Is, is Hallelujah a Russian word? Аллилуйя на русском говорят, нет. Can you say Hallelujah? скажите Аллилуйя. Hallelujah. Right hallelujah? Можете по-русски сказать Аллилуйя? Аллилуйя. Thank you. Спасибо большое. Doesn't this give you hope? Не дает ли это вам надежду? See, we're living over generally. Знаете, большую часть времени мы пытаемся жить в мирском uh, царстве, пытаясь понять, как здесь получить благословение от Бога. Но Бог говорит, если ты будешь находиться в моем царстве, я пытаюсь понять. Я Здесь царство мира сегодня. В этом царстве есть преимущества? Да, есть какие-то награды, no. выгода есть быть здесь? How many как много да здесь есть? Как много согласности? Да, yes, конечно, здесь daughter? есть преимущества в этом царстве. Men sell their soul for these benefits. И много людей продали свою душу, чтобы получить наслаждение в этом мире. So, да. Да, да, да. Does this kingdom have benefits? Да, в этом царстве есть награда, есть свои выгоды. Да. Да, да. Да, Okay, here we go. Come, 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 on. The kingdom of God, царство Божие. Does it have benefits? В этом царстве тоже есть свои награды, свои преимущества? Не oh. да, да, oh. да, да, да. Настоящие преимущества? Well, Тогда почему to... многие люди проводят then время we... здесь и, и, и be... ищут преимущества в этом царстве? Huh? Easy. It's easy. Well... It'll get hard. But look, no, so это God тяжело, но сюрприз в здесь вот Царство Божие. Боже, я нуждаюсь. Нормально? Тебе нужна эта работа? И Бог говорит, дай Я тебе дам ту работу, в которой ты нуждаешься. Не проси вот этого. Просто доверяй мне. Понимаешь, о чем я говорю? Yes? you Если нужно исцеление, oh, let's run over here and давай побежим, побежим туда и будем там просить. Listen, they can kill you too. Они могут тебя и убить там еще. Yeah, да -да -да, yeah. Да, да. yeah. I, have plenty of friends. У меня много друзей. Died over chemotherapy, killed them. Во время day, терапии, даже первый день его убили, сделали. Не то. Да, 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 yeah, бывает. какой-то секрет или нет в том секрете? Секрет в том, что сила и благословение для тебя и на меня находятся, приходят тогда, когда я нахожусь в царстве Божьем. Конечно, ты можешь на зарабатывать себе денег.

Наша надежда это в царстве, находиться в Царстве heavens, Божьем и в Царстве Небесном, и в Царстве Христа. И нигде больше. Аминь. Аминь. Я буду заканчивать. Вы посчитайте, читайте Библию, и вы прочитаете, что то, о чем я говорю, находится в ней. И Иисус сказал Сатане. Сатана, Уходи. Со всеми твоими искушениями. Потому что написано. You shall worship God. Ты должен поклоняться Богу. Yes, and serve. What? And serve. And serve him only. Ты должен поклоняться Господу и служить Ему одному. So there are two choices. Два выбора. There's always two choices. Всегда два выбора. So you can. How do you serve God? Как ты служишь Господу? Как ты служишь Господу? Ха? Есть руки какие-нибудь? I love you. Он все равно нас любит. You serve God by worshiping Him. Ты служишь Богу первое, поклоняясь Ему, служа Ему, поклоняясь Ему. And as you worship Him, you can serve Him. И когда ты поклоняешься Ему, ты можешь служить Ему. Come quick, quick. Быстро, быстро, Нас время уходит. seconds. Okay. 30 секунд. Yeah, нет, Но здесь, здесь, Царство Мира. Как ты служишь Дьяволу? Потому что это тот, кому ты служишь, находясь в Царстве Дьявола, мира сего. Как ты можешь Дьяволу служить? Oh. Mm. Mm. Да, да. Это хороший вопрос. Maybe no one in here does this. Может быть, не хочет, никто не хочет слушать этого. Но я уверен, что никто не хочет. These are good потому что мы все хорошие христиане. They like me. They like me. Но они были таким, no, были как, как, как я был. Здесь вы поклоняетесь дьяволу служать деньгам. И вы не понимаете, что это дьявол. И он прячется за мамоной. Да, в Писании написано, что любовь к деньгам является корень всех зол. Нет, нет, меня не касается. No one in here has ever served run after money, right? Никто в этом мире не бегает за деньгами, правда? Никто, никто не бегает за деньгами здесь. Пойдемте туда в это царство. В этом царстве стопроцентное обеспечение от Господа. Мир. Радость. Любовь. Терпимость, протест. Тихо, тихо, тихо. Терпение. Кротость. Patience, кротость верность. Доброта. Милость. Само... Самоконтроль. Yeah. Порядок. Все деньги, которые тебе нужно будут для твоей жизни, но это ты найдешь, только находясь в этом царстве. Вау. Выдохни просто. Сделай так. Аллилуйя, это Alleluia. русское слово. Нет, скажите Аллилуйя. Пусть Бог может вам понять. Аминь.